В Курске в самый мороз под угрозой отключения отопления оказался целый микрорайон. На магистральной теплотрассе авария. Из трубы кипяток хлынул под землю. На поверхности завеса пара оказалась столь плотно, что даже ремонтную технику видно не всегда было. В зоне риска 1,5 десятка домов, около 6 тысяч человек. Батареи там все же удается поддерживать теплыми. Воду подают по резервной схеме. В метель пришлось вызволять пассажиров из застрявшего в снегах автобуса спасателем в Оренбургской области. Выбраться своими силами Пазик не мог. В салоне уже становилось холодно, когда с помощью тяжелой техники и мускульной силы машину все же вытащили из сугроба.